дорогие друзья, с вами я, Серега. И я, Майки. Сейчас мы пойдем за Егором, за Рики. Вернемся, когда придем на место. Так, мы уже пришли, мы будем звать его. Ау! Хозяева! Что-то мы не можем до него докричаться. Идет. Егор! Хоть блядь! Я сказал. Я тебе сказал, что я не смогу выйти в 12:40. А так-то я чуть поспал, еще чуть все сделал и вышел. Выходи! Можешь взять камеру. Этот. Че, выйдешь гулять? Это, давай. Слушай, это. What the fuck? Камеру с собой бери, значит. Экшен. Короче, давай сейчас выходи. Все, пойдем и сядем, обсудим все. И соберемся и начнем, давай. Так, все, Егор вышел, сейчас мы пойдем куда-нибудь. А, ну да, я уже не. Да, мы пойдем. Егор. Мы идем снимать солнышко. Солнышко? Если кто не знает, это такая небольшая заброшка. Вернемся, когда мы там уже будем. Пока. Ребят, все, мы пришли до места назначения. Сейчас мы перелезем через забор. Вот. Смотрите, тут можно пролезть. Погнали. Ну тут да тут трава. Окей. Значит, полезем через забор. Ребят, все, мы перелезли. Сейчас мы пойдем через окно. Вон туда вот внутрь. Вон туда. Надеюсь, у нас получится, мы не испугаемся. Все. Мы сейчас, короче, полезем. И...
Мало. Мало. Еще. Да ну. Что еще? Я не полезу. Давай. Чего ты не полезешь? Не полезу. Почему? Я не хочу. Ну, конечно. Че так? Засал. Я признаю, я засал. Я бы еще полез. Я тоже. На этом все, ребята. На этом влог закончен. И да, забыл сказать, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.